Три, два, один, вперед! Гаруда! Привет! На канале Супер Тима Бэйблэйд! И сегодня у нас Фафнир F4 Приделакоя против Гаруды Гасема. У нас битва между двумя сильнейшими бэями. Гаруда – один из самых сильных бэев со второго сезона. А Фафнир F4 – один из самых сильных бэев из третьего сезона. Но Гаруда не просто самый сильный, он настолько сильный, что даже запрещен на турнирах по Бейблейду. Он там, наверное, всех разнесет. Поэтому у нас будет очень интересная битва. Сможет ли Фафнир F4 побороть Гаруду? Или Гаруда такой непобедимый? Гаруда даже победил с Прайзен Реквием. Да, ребята, я надеюсь, вы видели эту битву на основном канале Супер Тима. Мы со Спрайзеном Реквием проиграли, но, возможно, это не Спрайзен такой слабый, может быть, это я просто неудачно выбрала режим. Это Спрайзен такой слабый. Но, как ни крути, а Гаруда тогда победил. Ну вот посмотрим, сможет ли побить Гаруду в Фафнир F4? Проверим. Проверь. Раунд номер один. Три, два, один, вперед! Гаруда! Второй сезон против третьего! Ну третий он же сметал! Ну давай, пахни! Но Гаруда — это запрещенный бэй! Крутой бэй, Гаруда! Гаруда останавливается! Заканчивай! Нет, не останавливается Гаруда! Ну, кто? Есть! Одно очко Гаруда заработал одно очко в битве с Фафнир F4. Вот так Гаруда. Второй раунд. Три, два, один, пять. Гаруда. Гаруда, я жду от тебя сенсацию, Гаруда. Давай. Ты можешь, я знаю, ты можешь. Фафнир. Гаруда. Раскройся. Фафнир, закройся, а Гаруда, кружись. Нет, у тебя не получится. Перекружил. Второй раз перекружил. 2-0. Вот это Гаруда побеждает. А что, если выиграет в сухую у Фафнир? Точно не выиграет. Со второго сезона, а? Держись. Третий раунд. Три, два, один, вперед! Гаруда шатается чуть-чуть. Ну, не сильно он шатается. Твой более тяжелый сразу занял центр. Да. Гаруда занят центр, да, не может. Да, и попытается на нет. Но Гаруда легкий очень. Давай. Одновременно. Да, одновременно. Ура, одновременно, вы слышите? Но 2-0 побеждает Гаруда. Четвертый раунд. Три, два, один, вперед! Эй, ты что, меня по диску бьешь? Да, сейчас еще разобьет тебя, подожди. Не, разбить он не сможет. Гаруда, бей, Гаруда! Вот так Гаруда, 3-0, я победила с Гарудой, победила Фафнир. Вот это да! Вот так у нас сегодня битва. Недаром этот бэй запрещен. Но сделали очень удачную конструкцию, да?
он намного легче, чем Фафнир, но его никто не может разбить и перекружить. У него это много восходных потоков. Тут поток, тут поток, тут поток. Мало того, что потоки, любой бэй бьется об энергетический слой, который намного больше в диаметре, он даже больше, чем, наверное, Фафнир, да? Угу. Нет, где-то диаметр такой же, но он более круглый, да? Больше круглый. Потому что Фафнир больше, Фафнир F4 больше, чем Фафнир F3, он больше, чем остальные бэи, но он не больше Гаруды. Смотрите, с Гарудой они по диаметру одинаковые. Вот так, Гаруда, недаром этот бэй запрещен. 3-0 победил самого Фафнира F4. Ребята, пишите в комментариях под видео, какую битву вы хотите увидеть еще с Фафнером и с Гарудой. Я знаешь, хочу с кем увидеть? С кем? Я хочу увидеть с Геркулесом. Гаруда с Геркулесом? Да. Сделаем? Ребята, пишите, вы хотите видеть такую битву? Ну, я буду с Гарудой. Гарудой будешь? Геркулес очень сильный бой, очень сильный. Но не такой выносливый. Он победил Фафнера. Ребята, я надеюсь, вы уже видели это видео. В общем, ребята, не пропустите, впереди новых, много интересных новинок, много интересных битв, мы все вам покажем и расскажем. Ставьте лайки, 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 и подписывайтесь на канал Супер Тима Бейблэйд и на канал Супер Тима. Да, и на канал для блейдеров, и на основной наш канал Супер Тима. Мы все вам покажем. И расскажем. Пока-пока.